Мощные, современные и готовые покорять поля. Это площадка сельскохозяйственной техники Уссурийского агропромышленного колледжа и первая точка остановки депутатов Заксобрания. Руководство учебного заведения рапортует об успехах. Парламентарии оценивают и прикидывают планы на будущее, которые считают за сельским хозяйством. Мы вошли в программу «Профессионалитет». Мы сотрудничаем с двумя большими компаниями, холдингами «Русагро» и «Примагро». Это группа компаний «Русагро». И сейчас, в настоящий момент, работа ведется о заключении целевых договоров с этими компаниями «Русагро». Наши студенты уже проходят практику производственную в стенах «Русагро». Это по мясному бизнесу. Сегодня здесь получают образование 1400 человек. Агропромышленный колледж Уссурийска – это еще и два филиала в соседних районах. Можно сказать, вторую жизнь в заведении вдохнули несколько лет назад. Тогда решились на посевы полей и обучение большего числа студентов. 3 года назад начали с нуля. Собрали себе для начала культиватор, бороду и сеялку. Посеяли первое поле. Получилось. На следующий год начала новое что-то покупать. И если в 2020-м обрабатывали всего 50 гектаров земли, то сегодня цифра выросла в 5 раз. Приличный штат техники и оснащение по последнему слову кабинетов и лабораторий. Все это удалось отчасти благодаря денежному гранту. В прошлом году колледж получил федеральные 100 миллионов рублей. Здесь установили, например, такие образовательные панели. Могут провести диагностику ветеринара, например, диагностику животного, поставить ему диагноз, провести осмотр, проверить там анализы, какие вот у него, все они также изучают. И потом ставят окончательно, проверяют, правильно ли они поставили. С такой подготовкой не страшно хоть на производство, хоть в поля. Все мощности колледжа активно используют для отработки полученных знаний. А собственные посевы – это еще и возможность поступления внебюджетных средств на развитие. За профессиональным образованием стоит будущее. Будущее развития и Приморского края, и страны. Потому что у наших колледжей профессиональных учатся настоящие патриоты Приморского края. Именно те, кто планируют и строят свою жизнь с Приморским краем. И, соответственно, для этих ребят на сегодняшний день создаются, на мой взгляд, совершенно другие условия и совершенно другое отношение к профессиональному обучению, как это было ранее. Тесная связь студенчества и производства – хорошая база для пополнения сильными специалистами предприятий региона. Агропромышленному колледжу есть что предложить и будущим специалистам, и нынешним работодателям. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.